Всем привет! Сегодня у нас 1 июля 2020 года. Подошло время для третьей обработки виноградных кустов от болезней. Виноград уже отцвел, вот так вот он опылился. Все, что плохо опылилось, уже осыпалось. Лист чистый. Сейчас покажу. Болезней нет. Оставлю ссылку, чем я проводил обработку перед цветением. Можете посмотреть. В данную фазу будем работать от такой болезни, как оидиум. Зараз вот неплохо завязалась. Это технический сорт для вина. Короче говоря, вот такое состояние виноградника. Вчера вечером проводил обработку по листу удобрениями и проводил подкормку под корень. Сейчас покажу, чем я работал, и расскажу, чем я сегодня вечером буду проводить обработку от болезней. Под корень проводил подкормку удобрения Мастер 20-20-20. Это итальянское удобрение. В нем присутствует вот состав: азот, фосфор, калий, и также есть бор, медь, железо, цинк и марганец. То есть вот такой он имеет вид, это удобрение. Получается, если разбавлять на 10 литров воды, нужно 10 грамм. Очень хорошо растворяется в воде. Но это если с поливалки поливать. Я поливал через каплю, через капельный полив. То я ложил на 1000 литров на куб воды 1 килограмм этого препарата. И проводил подкормку под корень. И также проводил вчера вечером подкормку плантофолом 10-54-10. 10 азота, 54 фосфора, 10 калия. Этот препарат я ложил 25 грамм на 10 литров воды и проводил обработку по листу на своем винограднике. Так, это мы делали вчера. А сегодня я буду работать вот таким вот препаратом Топсин М. Его я ложу 15 мл на 10 литров воды. Ну и провожу обработку, желательно в вечерние часы. Вот там вот 8-9 вечера, когда уже солнышко садится. Потому что на улице сейчас реально жара, до 33 градусов. Надо, чтобы опустилась температура. То есть тут вот идет и по винограду он, и по капусте, и по томату, и по яблоне. То есть на виноград вот его. Кому интересно посмотреть, как разводится. Препаратом я работаю, хорошо он работает по персику, хорошо работает по диплоидной сливе, по винограду. Ну, короче говоря, по многим культурам этот препарат отлично справляется. И клястер хорошо лупит. У меня сильно поразился клястером диплоидная слива. То я им обработку сделал, то все прошло сразу же мгновенно. То есть те листья, которые поразились, понятно, что они остались, но новые концы отлично начали развиваться. Рост не притупился, а пошел расти, и все отлично. Короче говоря, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обрабатывайте виноград и будете всегда с хорошим урожаем. Всем спасибо за внимание. Всем пока.